защитники, да, мощнее ногами, срываемся с места, быстрее все делаем. Спиной, переход на спину, там подкатывайся, вы должны успевать. Бей, беги, встретимся у ворот 1-0. Эти упражнения юные хоккеисты знают уже наизусть. Ребята из спортивной школы Одинцова тренируются дважды в день и готовятся к первенству Московской области. Мы участвуем в соревновании, вот уже у нас третий сезон пошел, как мы участвуем в соревновании, открытое первенство Москвы, Московской области. У нас, в принципе, неплохие результаты, у нас в том году мы заняли 5-е место из 16 команд, в этом сезоне мы идем пока на 3-м месте. Саша занимается хоккеем уже 6 лет и ни разу не пожалел об этом. Учебу и спорт успешно совмещает. Мечтаю стать профессиональным хоккеистом и покорять лед, говорит юный спортсмен. Мы выполняем задания, много заданий. Например, раскаты, могу вам сказать, упражнения, раскаты. 1-0, 2-0, 2-2, 1-1. У нас сейчас тренировка называется «Бей-беги». Это вторник, среда, в среду «Бей-беги», часть вторая, в четверг у нас... Мы не знаю, как называется, но пятница – это предыгровая пятница. Пятница – это предыгровая, а суббота – это контрольная, по воскресеньям у нас игры. В свои 11 лет эти ребята имеют четкие цели – тренироваться и побеждать. Занятия у команды не только на льду, но и в зале ОФП. Большое внимание уделяют отработке бросков и технических элементов. Впереди подготовка к первенству Московской области, соревнования и турниры. «Армада» стремится к новым спортивным победам и становится все сильней. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».